Премьера. Загадочная история в Смоленской области. Не верила просто, что такое может быть. В обстоятельствах смерти 40-летней Елены слишком много странного и необъяснимого. Молодая женщина утонула, но ее близкие уверены, смерть Лены была насильственной. Она как бы воды боялась, и купаться она не любила. Но люди говорят, что не сама. Но кто желал зла хармейстеру сельского дома культуры? И что случилось на самом деле, выяснит Татьяна Ларина. Здесь беспредел полез. Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. Новый сезон. В пятницу в 18:30 на ТВ3.